3 марта 1945 года. Войска 2-го Белорусского фронта продолжали наступление. 3 марта они с боем овладели важными узлами коммуникации и сильными опорными пунктами обороны немцев в Померании, а также с боями заняли более 80 других населенных пунктов. На территории Чехословакии, северо-западнее и западнее города Лучениц, советские войска с боями заняли 8 населенных пунктов. За 3 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 90 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 49 самолетов противника.